считанные месяцы остаются до старта летних Олимпийских игр 2016 года. Они пройдут с 5 по 21 августа в бразильском Рио-де-Жанейро. Олимпийский футбольный турнир пройдет также в других городах страны – Белоризонте, Бразилия, Сальвадоре и Сан-Паулу. Это будут первые Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке, вторые в Латинской Америке после Олимпиады 1968 года в Мехико и первые с 2000 года, проходящие в Южном полушарии. На Олимпиаде разыграют рекордное количество комплектов медалей – 301, ожидается участие рекордного числа стран – 206. Но нас волнуют другие рекорды. Мы ждем, что эти игры принесут большое количество наград спортсменам Гомельской области. Но это дело будущего. Основная задача сейчас – попасть на самые заветные, главные старты четырехлетия. 19 лицензий по 8 видам спорта – таковы на данный момент достижения гомельских олимпиоников. Тех, кто уже готов бороться за главное золото в карьере. Для многих атлетов завоевание олимпийских лицензий пока задача номер один. Считанные месяцы и гомельские спортсмены, в числе прочих белорусских атлетов, выйдут на арену главных стартов четырехлетия. Кто-то из них пока мало знаком спортивным болельщикам. Лица прочих уже на стенах учреждений, где тренируются будущие звезды спорта. Есть на кого равняться юным воспитанникам нового спортивного комплекса в Мозыре. Они еще будут чемпионами. А пока за звание лучших будут бороться гребцы Марина Литвинчук, Роман Петрушенко, Ольга Худенко и другие. На гомельских гребцов огромные надежды. Гребля, потому что она у нас... традиционно, у нас очень хорошая база, на ней работает сегодня национальная сборная Республики Беларусь, наши заслуженные тренера Шантарович Владимир Владимирович, которые сегодня, конечно, сделали максимум для того, чтобы эти лицензии были у нас, они первые в стране были эти лицензии, и мы очень надеемся, естественно, и на результат на Олимпийских играх. К слову, совершенствование базы – одна из основных задач спортивных функционеров области. На мой взгляд, условия для развития олимпийских видов спорта в Гомельской области есть. И сегодня эти наши базы спортивные замечены не только старшими тренерами национальных команд, но и иностранными командами. Поэтому у нас с каждым годом все больше и больше иностранных спортсменов на наших базах олимпийских проводят свои учебно-тренировочные сборы. Сегодня мы должны их только поддерживать, мы их должны насыщать, следить за новинками, которые сегодня появляются. Уверенно звучат голоса представителей гомельской легкой атлетики. Правда, здесь пока завоеваны не все лицензии. На сегодняшний день гомельская легкая атлетика имеет 4 лицензии. Это Сударева Ольга в прыжках в длину, Дацюк Ксения – прыжки тройным, Владислав Прямов – марафон и Павел Ерохов – спортивная ходьба на 50 километров. Мы еще планируем завоевать метание копья Владимир Козлов, Поплавская Екатерина 100 метров с барьерами, Нецветаева Екатерина, наша семиборка, конечно же, многоборцы Андрей Кравченко, Эдуард Михан и прыгунья тройным, которая к нам переехала из Гродно, Яткина Наталья. Особенное удивление у болельщиков вызывает результат марафонца Владислава Прямова. Спортсмен-самоучка, так о нем говорят. На протяжении долгих лет Владислав тренировался сам, просто бегал для себя. Не числился ни в каком из спортивных учреждений, не числился в национальной команде. Ну и вот в итог выполнения олимпийской лицензии на марафонской дистанции. В том году он выполнил, в конце 2015 года он выполнил норматив квалификационный. В этом году, буквально недели 3-4 назад, он повторил, улучшил время. На сегодняшний день ведет подготовку в городе Минске. Андрей Кравченко и Эдуард Михан заглянули в родной Гомель между двумя серьезными тренировочными сборами. Местное представительство Национального олимпийского комитета оказало спортсменам определенную финансовую поддержку. Оба они только оправились от преследовавших их травм. Вроде все нормально. Не особо они уже тяжелые были, просто уже, мне кажется, за много лет накопилось уже. Поэтому приходилось так вот пренебрегать здоровьем. Но я думаю, что уже все нормально. Ну, конечно, есть проблемы. По прошлому году получил относительно такую серьезную травму. Но вроде тоже все в прошлом залечил. И относительно уже можно тренироваться во всю мощь и показывать достойный результат.
Все гомельские претенденты на завоевание путевок в Рио уже готовы к национальным отборочным испытаниям. Первый старт у нас – это Кубок Республики Беларусь, который пройдет в Бресте 19-21 мая. Ну, после этого в начале июня чемпионат. Официально два старта республиканских, на которых можно будет выполнять квалификационные нормативы на отбор для участия в Олимпийских играх. Подготовка идет как надо. Вроде так все относительно все получается. И буду надеяться, что 8 июня планирую выступать на чемпионате Беларуси. Там я завоюю лицензию и спокойно буду готовиться к Олимпийским играм. Главная медальная надежда Гомельской области в легкой атлетике – это, конечно, Андрей Кравченко. Но игры – вещь непредсказуемая. Тем более его главный соперник, американец Эштон Итон, уже демонстрирует хорошую форму. Настрой хороший, настрой уже полтора года живет. Вот чемпионат Европы выиграл, это мы последние соревнования были. Потом лечился. И вот все, уже сейчас желание так накопилось, уже хочется. Вот уже как будто собака на цепи, знаете, когда сидит, сцепить ее, отпустить, что-то типа такого. А на этих кадрах, возможно, будущие чемпионы в велоспорте. Пока они участвуют в Кубке страны, демонстрируя свое мастерство старшему тренеру национальной сборной. Спортсмены из Гомельской области обычно не остаются в тени. Представители нашего региона входят в сборные команды Беларуси. Пока белорусские велогонщики готовятся в европейских клубах. Нас волнует не только завоевание лицензии, нас еще и волнует выступление на Олимпийских играх, где у нас запланирована все-таки медаль. И шестое и восьмое место. Медаль – это очень серьезный, конечно, такой момент. И я думаю, что к этому будем готовиться самым серьезным образом. У белорусских велогонщиков уже есть 6 лицензий на участие в играх. По плану должно быть 7. Правда, есть основания рассчитывать и на большее количество. Статистами на Олимпиаде белорусы быть не планируют. Речичанин Василий Кириенко – одна из основных медальных надежд Беларуси. Честно скажу, да. Василий, потому что он и предолимпийский чемпион мира в этой дистанции, как бы это его конек, это его такая дистанция, на которую действительно мы рассчитываем. Но вы знаете, Олимпийские игры – это всегда не только подготовленность, это еще и удача, это еще и то состояние спортсмена, потому что спортсменов сегодня очень много сильных, но не все могут подготовиться и пережить вот это волнение. На достаточном уровне в Гомельской области развито единоборство. А совсем недавно олимпийские лицензии получили Джавид Гамзатов и Мария Мамашук. У гомельских боксеров пока лицензий нет, но сражаться за путевку в Рио они готовы. Мужчины их могут завоевать на турнире в Азербайджане. Попасть в состав национальной сборной можно на Кубке Беларуси. Конкуренция будет серьезной. На Кубке будут отбираться главным тренером и представителями с республики. Надо сказать, что этот кубок будет открытым, что уже заявлено, еще будут лучшие боксеры из Казахстана и Узбекистана на этом кубке. Также уже предвидится, что в некоторых весовых уже будут боксеры с олимпийскими лицензиями, то есть 5 боксеров уже, которые имеют олимпийские лицензии в других странах, они будут участвовать на этом кубке. На всю страну в боксе у нас пока одна лицензия. В майском кубке страны свое мастерство продемонстрируют и гомельчане. Это наши лидеры нашего бокса на данный момент, не только в области, но и в республике. В весовой категории 64 килограмма Максим Веслоух, 91 килограмм Леонид Чернобаев, супертяж Александр Калеев, ну и наши молодые боксеры, это Вадим Панков и Владислав Смяликов. Надеемся на то, что они смогут проявить себя и попасть в команду, ну и проявить себя уже на олимпийском турнире. Александр Калеев параллельно с подготовкой к будущим стартам находит время для работы с подрастающим поколением. Его ученики пока покоряют свои первые пьедесталы почета. Он сам стремится попасть в олимпийскую сборную и не оглядывается на неудачи. Мы приехали из Турции, был там лицензионный турнир, первый европейский. Я проиграл там в первом бою. Не хватило, в общем, подготовленности, потому что до этого была травма стопы у меня, долгое время не тренировался. Отсюда не было боев и не было спаррингов таких, тоже с высокими боксерами в тяжелом весе. Вот, все это как бы повлияло ввиду того, что не был готов провести бой, чтобы одержать победу. Мужчины отправятся в Баку, а вот представительницы условно слабой половины человечества в Казахстан. Там состоится чемпионат мира. Он будет проходить в Казахстане, в городе Астана, с 19 мая.
На нем будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры. Мы туда готовимся самым серьезным образом. У нас проходят 3 тренировки в день. То есть даже в воскресенье у нас есть тренировки. Мы очень нацелены на него. И все без исключения хотим попасть в Рио. Это наша, можно так сказать, самая яркая звездочка из женщин, которая имеет определенный опыт, опыт международных турниров. В разных странах она имела победы над боксанами из других стран. Неоднократно чемпионка страны. Это 56-57 килограмм Галина Бруевич. Это характерный боец, то есть она всегда проявляла характер, всегда вела себя в ближнем бою, по-мужски, можно так сказать. Ну и наш тяжеловеска, 75 килограмм, Виктория Кебикова, ну, которая проявляла себя в универсальном бою, то есть вела себя всегда универсально, то есть в игровом плане пыталась выигрывать бои. И иногда у нее это получалось. И молодая боксана – это Юлия Панасович. То есть наша молодая боксана, которая всегда проявляла характер и настырность во время боя. Ну и у нее, она сейчас тоже чемпионка страны. Надеемся, что она будет идти и дальше. Женский бокс совсем недавно включен в олимпийскую программу. Боксаны выступают в 3 весовых категориях – 51, 60 и 75 килограммов. А гомельские спортсменки – лучшие в стране. Надо сказать, что у нас в области самый сильный из республики вид спорта, то есть это женский бокс, работают тренера, в частности это Фигуренко Игорь Анатольевич, Рощупкин Валерий Владимирович, Михаил Владимирович Мешков. Уже если выходят боксеры в ринг, они проявляют характер, и мы благодарим их за это. Но те, которые могут себя проявить достойно в бою и особенно выйти на международный уровень, мы ими гордимся. Я скажу, что эти спортсмены, которые поедут от нашей области, мы ими действительно гордимся и надеемся на то, что они смогут себя проявить и завоевать лицензии. Подготовка к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро набрала обороты. Наступает самая горячая пора. Управление спорта и туризма Гомельского облсполкома пока медальные планы не озвучивает. Мы не будем планировать. Мы будем просто болеть за наших спортсменов, и я прошу всех зрителей тоже поддерживать, болеть и на самом деле каким-то образом показывать, что они сегодня вместе со спортсменами. Сегодня спортсменам самая главная поддержка – знать, что он работает ради кого-то, а спортсмены работают сегодня ради страны. И мы, наверное, будем с гордостью смотреть и наблюдать за Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, когда будет взмываться вверх белорусский флаг.